Уже через полгода на первых двух этажах этого производственного цеха должен открыться супермаркет украинской торговой сети «Фуршет». Сейчас старый собственник, швейная фабрика, освобождает помещение, а новый занят проектированием магазина и поиском строителей. В ближайшие дни столичная госадминистрация должна выдать разрешение на строительство. Перестраивать цех в супермаркет будут приднестровские подрядчики. Инвесторы уже провели переговоры с несколькими строительными фирмами. 6 месяцев с конца октября, возможно, в одном случае, если все дальше будет работать, и у нас будет поддержка полностью от вас в согласовании всех документов. Есть один еще вопрос, которым мы до сих пор, по-моему, не взялись, и понимаем, что там нужна помощь, это территория, которая будет обустроена под парковкой. Принципиальная позиция правительства – основная часть товаров, которые будут продаваться в новом магазине, должна быть местных производителей. Для этого Минэкономразвитие совместно с Минсельхозом намерены подготовить список предприятий, которые готовы сотрудничать с «Фуршетом». Деятельность данный объект будет осуществлять на базе юридического лица, зарегистрированного на территории Приднестровской Молдавской Республики. Таким образом, отчисления налогов, соответственно, будут идти сюда, в Приднестровье. Реализация проекта находится под сопровождением правительства. Чтобы ускорить весь процесс, за инвестором закрепили специалиста, который помогает при возникновении различных вопросов. Андрей Малеванный, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал.